речь пойдет о платформе под названием Vidi. Сейчас мы не можем представить себе современный мир без интернет-рекламы. Сама по себе интернет-реклама – это огромный бизнес, и глядя на статистику, можно сделать выводы, что обороты в рекламном бизнесе составляют сотни миллиардов долларов. Но не стоит забывать о том, что сама по себе реклама в ленте, на сайтах и прочих интернет-ресурсах оставляет желать лучшего и создает чувство дискомфорта при серфинге. Но не стоит забывать о том, что в любой момент любое положение дел можно улучшить, и также можно улучшить и рекламу, и сделать ее более качественной, эффективной и менее надоедливой для человека. И нам на помощь приходит интересный проект под названием Vidi. Данная платформа обещает в корне поменять мир рекламы. Звучит это, конечно, многообещающе, но почему бы и нет. Vidi построил первый в мире уникальный механизм размещения рекламы, который будет работать на блокчейне Ethereum. Механизм размещения рекламы Vidi – это собственный протокол NLP с открытым исходным кодом, который автоматически размещает видеообъявления в массовом масштабе в гиперрелевантный текст миллионов страниц издателя. Открытый протокол NLP управляется майнерами, которые получают компенсацию в виде коинов за каждое успешное размещение и соответствующую расшифровку профиля данных посетителя, который в свою очередь связан со смарт-контрактом. Vidi хочет создать самый захватывающий и убедительный процесс в сфере рекламы, который возможен только при помощи их личных свойств и технологий. Я думаю, что когда пользователи увидят платформу Vidi своими глазами, то большая вероятность того, что они найдут в этом выгоду в первую очередь для себя. Ведь до сих пор, как пользователи, мы не получали должной компенсации в обмен на то, что рекламодатели баснословно богатели на своих интересах, а мы не получали при этом взамен ничего. Но с Vidi это все изменится. И каждый раз, когда мы будем пользоваться данным ресурсом, мы будем зарабатывать. Стоит отметить, что Vidi не будет показывать рекламу сразу. Этот плагин просто будет подчеркивать текст, который имеет отношение к объявлению. Когда вы наводите мышь на эту область текста, будет всплывать крошечное окно, где вы сможете интуитивно видеть, куда идет этот контент. Это может быть фрагмент видео, изображение или текстового вызова. Таким образом, потребитель не будет отвлекаться на посторонние элементы, которые его в принципе не интересуют. Ну а если его контент и данные заинтересуют, то он уже с пользой для себя перейдет и посмотрит его. Далее Vidi будет наблюдать, как долго пользователь обратил внимание на рекламу и уже платить токены Vidi Coins за его действия. Таким вот образом работодатели и будут платить за потраченное время на просмотр рекламы. Это все, конечно, поможет сэкономить время пользователя, ну а рекламодатели будут уверены, что контент, который люди просматривают, их интересует, потому что они сами выбрали его. И это, так скажем, не навязанная им реклама. Подробную информацию про ICO и токены я нашла на сайте ICO Bench. И здесь также представлена оценка. Здесь вы можете видеть цену токена на pre-ICO, основную цену токена, установленный soft cap и hard cap. Ну а для того, чтобы попасть в white list, вам необходимо здесь ввести свой email. После того, как вы введете свой email, вам на почту придут дальнейшие указания, что вам дальше нужно делать. Ну, в принципе, на этом мой видеообзор подошел к концу. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои комментарии. С вами был Пушистый Биткоин, и я прощаюсь до выхода моих новых видеообзоров. Всем пока!